Мероприятие организовано совместно с Центром профилактики СПИД. В разных интерпретациях студенты пытались со сцены сказать своим сверстникам, что пить и курить – это плохо, а употреблять наркотики – вредно и опасно. Все эти мероприятия в первую очередь нацелены на работу с молодежью, поскольку именно от них будет зависеть, как будут увеличиваться или уменьшаться случаи ВИЧ-инфекции. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в городе Сочи был город здоровья и количество случаев ВИЧ-инфекции было гораздо меньше. Ежегодный рост случаев ВИЧ-инфекции в Сочи – 90-100 случаев. Статистику дают мигранты. Большие риски среди тех, кто принимает наркотики. Чтобы не попасть в ловушку и не подвергать свое здоровье серьезной опасности, подростки должны обладать всей информацией, считают врачи. Поэтому в школах и вузах города постоянно проводятся подобные профилактические мероприятия.